Вот он, друзья, знаменитый пляж Клеопатры. Тянется на протяжении нескольких километров вдоль набережной. По всему пляжу кошачьи домики вот такие. Да-да-да-да-да, кушай, кушай. Здесь муниципальные служащие насыпают бесплатно корм для животных, да? О, привет! Тренажеры, где можно тоже свободно позаниматься. Пожалуйста, можно соки заказать свежевыжатые, вот огромный ассортимент. Вот этот фрукт называется пепино. Я его ела, но сок не пила. Это доска с городами, побратимами города Алании. И здесь скоро-скоро должен появиться и украинский город. По секрету скажу, это будет мой родной город, в котором я родилась. И выросла город Миколаїв, по-русски Николаев. Южноукраинский город чудесный, и в скором-скором времени, мне известно было, это точно от консула Украины в Анталии, здесь появится и наш флаг николаевский, украинский. Ждем! Вот такой вид сейчас имеют скамейки, вы видите, да? Вырезана середина, чтобы люди друг на друга не дышали и соблюдали дистанцию. Это по всей Алании такие скамейки. Сейчас покажу вам один дом. Мне он очень-очень нравится. Отель. Как там бугенвилия красиво его оформила. Посмотрите. Кукурузка продается вареная. Можно и пожарить. Уютные кафешки, песчаные пляжи, прекрасное море чистое. Разные легенды ходят о названии этого пляжа. Якобы когда-то Антоний для своей великолепной жены Клеопатры привез здесь песок, насыпал, чтобы она могла купаться. Но это рассказывают на любом побережье любого моря в Турции. Тем не менее, пляж данный в Алании называется пляжем Клеопатры, и мы все его очень любим. Вдалеке виднеется крепость старинная аланийская. Есть сооружение, которое относится к средним векам, к Кызылкуле. А есть сооружения очень древние, древнего Рима и еще более старинные, античные, древние архитектурные памятники здесь в Алании. Все сохранилось практически в
в неразрушенном виде. Может быть, требуется какая-то минимальная реставрация. Это все свидетельствует о том, что данная территория мало сейсмически не опасная, не подвергается всевозможным землетрясениям. Ой, море сегодня чистейшее. Сажают пальмочку новую на пляже Клеопатры. Как хорошо! Вот такой еще олеандр. Достаточно редкий цвет, мне кажется, да? Вот традиционный розовый. Thank you.
Так что, друзья, приезжайте, ждем вас. Турция гостеприимно встречает всех. И нас, гостей, и вас, и все с нами будет гаразд. Такая прекрасная терраса из высоких цветов.